И к новостям спорта. Кто получил золотые награды первого кубка главы Северодвинска из рук Игоря Скубенко? В спортзале «Фокс Севмаш» состоялся финальный матч открытого флорбольного турнира с участием команд «Севмаш» и «Сафу». Бронзовые медали оспорили коллективы «Океан» и «Ремикс». 21 октября Кубок главы Северодвинска стартовал матчем между «Океаном» и «Сафу». Многие предполагали, что именно эти команды и окажутся в финале. Но, как говорится, прогнозы – неблагодарное дело, и в матче за переходящий кубок встретились «Севмаш» и «Сафу». Хозяева паркета пропустили, наверное, самый быстрый гол турнира на 7-й секунде. Буквально через минуту в их ворота влетел и второй мяч. К радости местных болельщиков Вячеслав Гацуляк сократил разницу, но до перерыва гости забили еще дважды. Второй период соперники провели в абсолютно равной борьбе, что и отразилось на счете 4-7. В этот вечер флорболисты «Сафу» придерживались очень простой тактики. Играя от обороны, они бросали при малейшей возможности. В третьем периоде у «Севмаша» был отличный шанс спасти матч. Гости остались в меньшинстве, но хозяева не воспользовались большинством, а по его окончании пропустили 8-й гол. В оставшееся время «Севмаш» забил 5-й мяч, но флорболисты «Сафу» ответили 2 точными бросками и довели матч до победы 5-10 и первое золото Кубка главы Северодвинска у «Сафу». Надеемся, что в следующем году Кубок останется в Северодвинске, но тем не менее, конечно, я всех очень поздравляю «Сафу». Просто в первом периоде очень хорошо сыграли в защите, я считаю. Команда «Севмаш» как-то быстро пропустила 2 гола и, может, где-то даже поплыла. Из-за этого мы как бы и упрочили, как говорится, свое преимущество в первом тайме. Ну, рады победе. Конечно. Лучшими игроками турнира в своих амплуа были признаны голкипер Михаил Заостровцев и защитник Григорий Суворов, оба «Сафу». Нападающий «Севмаш» Андрей Бородкин и приз самого ценного игрока заслужил Илья Вишняков, «Океан». Конечно, очень неприятно. Никак не хотелось отдавать финалы. И, ну, в принципе, мы как бы и хозяева, и поляна наша. Ну что, сегодня они были однозначно сильнее. Поздравляю. В матче за бронзовые награды команда «Океан» разгромила архангельский «Ремикс» со счетом 12-3. Константин Мухин, Владимир Богомолов, «Вестник Северодвинска».